Доброго времени суток всем, доброго здравия всем и мое солнечное приветствие. Мое приветствие вам, мои уважаемые, многоуважаемые подписчики YouTube-канала. Действительно, я решила вот месяц назад открыть свой собственный YouTube-канал и больше давать информации здесь, нежели чем в Инстаграме. Честно говоря, в Инстаграме уже просто вот пока включишь этот какой-то там, забыла как называется, пока он включится, пока реклама пройдет, то работает, то не работает, VPN, да. И как бы я думаю, ну что же, мои поклонники открыли там YouTube-каналы, слава богу, нет моего имени, но тем не менее они даже не отвечают. У них нет времени для того, чтобы отвечать вам, людям, которые спрашивают советы, и на которые я на многие знаю ответы. И здесь я решила сама вести. Конечно, на все вопросы, может, я не могу отвечать, потому что говорят, нельзя говорить, нету времени. Ну, потому что есть другие еще задачи в жизни. Но я стараюсь отвечать, вы это видите, общаться, пытаюсь, и мы будем развиваться, и здесь, на этом YouTube-канале будет очень много того, что не будет в Инстаграме. Просто нервов уже моих лично, хотя очень терпеливый человек, не хватает постоянно вот включать, выключать и там что-то делать с этим Инстаграмом. Благодарю вас еще раз, что мы вместе, что мы одна команда. Хотя я хочу сказать про терпение, да, оно у меня большое, но все-таки люди, кто будет писать то, что не будет нравиться, ладно мне, я могу не заметить, другим подписчикам, которые будут с вами включаться в какое-то выяснение чего-то, в такой легкий конфликт, я против этого, поэтому я буду сразу блокировать таких подписчиков.